Добрый вечер, друзья. Мы очень рады видеть вас всех здесь, в этом красивом, уютном, артовом месте с атмосферой почти Гарри Поттеровской Англии и легендарным названием «16 тонн». Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня сюда, чтобы провести этот августовский вечер с нами, с нашей группой Mystical Science, и послушать наши волшебные песни. Давайте немного отрешимся от внешнего мира и на время нашей встречи создадим свой собственный, теплый, добрый и светлый мир. Мир, в котором сбываются самые невероятные мечты. Мир, в котором нет врагов, а только друзья и близкие. Мир, в котором так много света и ярких красок. Это удивительный мир. И здесь, и сейчас он ваш.
Спасибо большое, друзья. Еще раз добрый вечер. У нас сегодня такое поистине историческое событие. Мы очень долго готовились к этому концерту. Я чуть позже расскажу, сколько. И кого-то из вас мы уже знаем, а кто-то видит нас впервые. Поэтому давайте, у нас сегодня будет такой вечер встречи, вечер знакомства и музыкальный разговор по душам. В любом случае, и с теми, кто видит нас впервые, и с теми, кто уже с нами знаком, мы сегодня станем гораздо ближе друг к другу. Mystical Science, или мистическая наука, это музыка. Потому что музыку можно создать совершенно механическим путем, с помощью различных законов, канонов, форм, оборотов, практически математических формул. Но живой, настоящей, космической музыка становится только благодаря чему-то волшебному, наитию, озарению, вдохновению. И мы очень хотим, чтобы вы сегодня надышались музыкой, напитались доброй энергией и вернулись домой очень вдохновленными на то, чтобы мечтать, творить, исполнять свои желания и делать счастливыми себя и тех, кто рядом. Ведь для того, чтобы начать двигаться к своей цели, нужно немножечко сделать всего лишь один шаг вперед. Ты услышь меня,
Спасибо большое. Очень приятны ваши аплодисменты. Если вы будете еще и во время песен хлопать, тоже будет здорово. Эта песня, которая только что прозвучала, она немножечко приоткрывает завесу тайны того, как рождается наша музыка и как появился на свет наш альбом «My Magic Mission», «Моя волшебная миссия», концертную презентацию которого нам пришлось ждать целых 3 года. Но вот все-таки она совершается прямо здесь и сейчас на наших с вами глазах. И это очень здорово. Спасибо. Мы не планировали изначально альбом, но песни рождались одна за другой. Они были связаны какой-то единой неразрывной нитью, и это было поистине мистически. Поэтому в альбоме, с одной стороны, так много магии, волшебства, а с другой — много философии, психологии, мотивации. Наши песни сами решают, какими им быть. И в этом магия музыки. В себе ребенка,
который не разучился удивляться и радоваться этому миру и своему присутствию в нем. Поэтому, пока у нас с вами такая волшебная атмосфера, давайте прямо сейчас каждый из нас загадает свое самое сильное, самое актуальное на данный момент желание. А на следующем концерте мы с вами расскажем друг другу, что у нас сбылось. Надеюсь, нам не придется ждать еще 3 года. Давайте прям на 1, 2, 3, и вы загадываете, хорошо? 1, 2, 3. Загадали? А теперь молодцы. Но теперь очень важная мысль. Исполнение желаний – это не загадать и ждать. А что какой-то там дядечка, типа Санты, где-то там сидит и слушает, да, а потом исполняет. Нет. Волшебная способность менять себя и мир вокруг находится в нас самих. И это и есть наша главная сила.
прям смотрю, у вас такие замечательные улыбки, такие большие, красивые глаза. Это так классно. Видите, мы уже потихонечку с вами создаем наш волшебный мир. Надо мне еще сюда, в эту сторону смотреть, а то я все время забываю про второй этаж. Привет, привет, класс. Про главную силу. Смотрите, очень важно не просто мечтать, а обязательно действовать. И действовать через сомнения, через страхи. Потому что каждый преодоленный страх – это огромный шаг на пути к гармонии с собой и с миром. Потому что когда мечты становятся сильнее страхов, они начинают сбываться. И так же, как и от страхов, надо избавляться от сожаления о прошлом, потому что они тормозят движение вперед, и от сравнения себя с другими. Потому что это вообще не имеет смысла, ведь у каждого свой путь. Сравнивать можно только себя вчерашнего с собой сегодняшнего. А вот этот свой путь, что самое интересное, можно выбрать абсолютно любой. Представьте, как на дороге есть параллельные полосы. Вы можете сюда перестроиться, но это будет только ваш выбор и только ваш путь. И единственное, что может вам помешать в этом перестроении, это как раз-таки собственные страхи, сомнения и неуверенность в собственных силах. Поэтому очень круто, если рядом с вами есть тот или та, кто поддержит вас на выбранном вами пути. И когда вам страшно, или когда вас обижают, или когда вы сами себя обижаете недооцениванием своих талантов и достижений, он или она скажет вам: ничего не бойся. Никогда не сдавайся. Я всегда рядом с тобой. А если у кого-то из вас пока нет рядом такого человека, вот есть, знаете, что он обязательно будет, а пока помните, что мы, группа Mystical Science и наши волшебные песни, всегда рядом с вами. Поэтому ничего не бойтесь. Никогда не сдавайтесь. Смотрите только вперед. Мечтайте и исполняйте свои мечты. Кто уже пришел вдвоем, можете потанцевать вдвоем. Самый большой секрет.
сегодня, сегодня прям как раз в тему, потому что сегодня, 23 августа, отмечаются сразу три таких летящих праздника. Во-первых, это сегодня день полета божьих коровок, которые как раз там желание куда-то там переносят. Да? День, когда можно быть свободным, как ветер. И день, который называется «Обними свою любовь». То есть, если вот здесь кто-то с кем-то, да, вообще не стесняйтесь обниматься. Это всегда выглядит очень-очень невероятно приятно и тепло. Так. Ага, вот что я хотела еще сказать. Наш альбом, который мы сегодня наконец-то презентуем, называется «My Magic Mission», то есть «Моя волшебная миссия». И вот эта миссия в том, чтобы каждая наша песня пробуждала в вас особенную энергию, настолько мощную и созидательную, чтобы она помогала вам преодолевать любые трудности, любые препятствия на пути к достижению ваших высоких и прекрасных целей. Наша миссия в том, чтобы нести добро, свет, тепло и любовь в ваши сердца. Не были в семье.
Спасибо. Спасибо большое. Так, надо водички выпить. Кстати, пока я буду пить водичку, настало время, когда мы еще с вами поближе познакомимся. И я бы хотела представить участников группы Mystical Science, замечательных музыкантов. Гитара Владимир Трофимов. Бас-гитара Дмитрий Джи Пронин. Аранжировки, саунд-продакшн всех песен группы Mystical Science, барабаны Алекс Мартин. И музыка, слова, вокал Юль Эвлов. Спасибо. Да, и у нас еще есть один участник нашего коллектива, наш талисманчик. Это белый космический дракон по имени Хамбюль, что означает «освещающий путь». Я, кстати, хотела вас попросить исполнить мою маленькую мечту, потому что вас так много, это так классно. В общем, смотрите, я хотела вас попросить, у вас в телефонах есть фонарики, наверное. Я в своем не нашла, но вы наверняка уже нашли. Вот, я прям мечтаю давно, чтобы на одной песне включились фонарики на телефон, и мы с вами как будто бы оказались в космосе, летящими среди звезд. Исполните мою мечту. Потому что сейчас будет самая космическая наша песня. Вот. Поэтому вы достаньте, пока я пока водичку. Эта песня для всех уникальных, нестандартных, необычных, волшебных для вас. И я очень рада, что мы с вами нашлись и встретились в одном из множества миров. Что-то мало фонариков. Помогите мне, пожалуйста. Спасибо. Ой, спасибо, спасибо. Класс, класс. Вот еще можно был свет потушить. Вообще было бы здорово, чтобы мы с вами в темноте такие парили в космическом корабле. Можно. Только держите до конца, а то я не найду свой путь. Космических нет, парит уже 100 галактических лет мой дом. А я все скитаюсь средь звезд и миров, пытаясь найти тот единственный круг, где все говорят со мной на языке моем. Здесь грустное небо, а там всех цветов. И нет ни границ, ни контрольных постов. Здесь души пустынны, и в них миражи. Здесь надо сражаться, а там просто
мне в этом пути. Спасибо, что освещали его. Это очень здорово. Спасибо. Так. Не устали еще? А то сейчас как раз такая будет песня, немножечко поспокойнее, наверное. Пофилософствуем немножко. В мире людей так много информации полезной, да, но еще и очень часто совершенно ненужной и засоряющей наше эфирное пространство. И вот в этом инфошуме ты вдруг в какой-то момент начинаешь... перестаешь понимать, что вообще вокруг происходит. Где правда, где ложь, где твое мнение, твои желания, а где чужие, навязанные кем-то. И в этом инфошквале, инфопотоке ты теряешься, слабеешь, становишься управляемым и уязвимым. И поэтому нужно как можно чаще очищать свое эфирное пространство, освобождаться от информационных завалов, побыть в тишине и помолчать наедине с собой. И в этой тишине вдруг волшебным образом упорядочиваются мысли, возникают интересные идеи, находятся правильные решения и верные пути. Поэтому, если иногда вам хочется тишины, I'm
Спасибо, друзья. А знаете, где мне позитивнее всего думается наедине с собой? Угадаете? Значит, там, где... Что у тебя совершенно? Там, где бодрящий ветер. Может быть, и дома, но нет. Бодрящий ветер. Соленые брызги в лицо. И бесконечный простор, соединяющийся с космосом. Кто сказал море? Молодцы! Угадали. Так. Я в этой песне немножко всегда путаю ритм. Поэтому вы можете вот здесь вот со мной потанцевать, и я буду вас смотреть. Это мне поможет очень. Вот, если кто-то еще хочет сюда выйти, то давайте. А то вы так все далеко прям. Какие? Не хотят ко мне идти. Поехали. Ой, какие хорошие. Море, привет. Как твои дела? Я так давно тебя не видела. Я так давно с тобой не молчала по душам. Давай.
Спасибо. Желаю всем скорейшей встречи с Морюшкой. Ну, те, кто любит море, конечно же. Но я думаю, здесь большинство таких, да? Все любят море? Класс. А сейчас, ну, наверное, продолжим немножко наш философский разговор, как сказал бы великий Карлсон. Есть такое наблюдение. Люди целый год, люди целую неделю ждут воскресенья, целый год лето и всю жизнь счастье. И называется это синдромом отложенных жизней. Так вот, давайте не будем ждать. Давайте прямо здесь и сейчас исполнять свои желания. Я вот уже начала. Здесь и сейчас реализовывать свои цели, планы. Здесь и сейчас осуществлять свои мечты. И не верьте тем, кто не верит в вас. Не слушайте тех, кто говорит вам, что у вас нет способностей или возможностей к какому-то делу, к тому, к которому рвется ваша душа. Верьте в себя сами. Это свернет горы. И если у вас есть настоящая мечта, никому не позволяйте ее отнять. Даже самому себе. Yeah.
сердце, душа. Начинает день разбег в предрассветных лучах. А ты смелее делай шаг навстречу новому себе. Не жди удобней случай. Благодарю вас от всей нашей команды. Спасибо большое. И раз уж мы начали так немножечко приколдовывать, да? Давайте продолжим. Давайте еще немножечко поколдуем. Пошаманим. Будем плести узоры добра. Потому что когда в сравнительно небольшом, одном и том же пространстве собираются такие хорошие, такие радостные, такие светлые люди, энергия каждого усиливается многократно, концентрируется и заполняет собой все. И мы с вами можем управлять этой энергией. Мы можем направить ее во внешний мир, на создание самых хороших событий, чтобы в мире было как можно больше добра и света.
уже потихонечку присоединяйтесь к нашей армии волшебников. Вы уже скоро научитесь. Ребятки, что я вам хотела сказать? Наш концерт потихонечку приближается к финалу. Мы очень старались сделать так, чтобы вы успели на свою последнюю электричку. Кому там надо завтра на работу или еще куда-то. Что я вам хотела сказать? Вы все, кто слушает добрую светлую музыку, кто делится ею с другими, кто совершает добрые дела и поступки, вы все светлячки. Давайте же оставаться светлячками. Давайте менять мир к лучшему через самих себя и способствовать тому, чтобы в нем никогда не наступила тьма. Как же хочется верить, хочется, что когда-нибудь войны кончатся, и людям надоест мир и делить. Как же здорово было б, здорово, если б каждому счастье поровну. Жаль, здесь такого не может миссия, чтобы во тьме.
Еще раз за то, что вы пришли сегодня разделить с нами это прекраснейшее событие. И мы надеемся, что мы встретимся с вами еще не раз, еще много раз на площадках побольше. Вот. Ну и на таких уютных, красивых тоже, конечно же. Особенно в акустике, наверное, это будет очень красиво звучать. И я хотела вам сказать, что мы сегодня с вами действительно создали удивительный мир, добрый, светлый, и он останется с вами навсегда. Вы сможете в любой момент возвращаться в него, обращаться к нему, когда вам потребуется поддержка, любовь или тепло. И я надеюсь, что наши волшебные песни зажгли в ваших сердцах свет, и вы понесете его дальше своим близким и далеким. И таким образом мы с вами запустим эстафету света. И если вы будете хранить и поддерживать этот свет в своей душе, то к нему, как к огоньку, будут притягиваться самые светлые люди и самые светлые события. Верьте в себя и творите чудеса. Группа Mystical Science. Мы несем добро и свет. Кланитесь, как можете там. Спасибо. Дружочки, и те, кто хотел, может быть, получить там наши какие-то автографы или еще что-то, вот кто-то спрашивал. У нас есть для вас такие, знаете, волшебные, опять-таки, подарочки маленькие. Это волшебные пожелания со словами из наших песен. Что-то вроде предсказаний или каких-то напутствий. И самое интересное, что пусть эти пожелания сами выберут вас. Если вам такое интересно, подходите к нам, запускайте ручонку в этот волшебный коробочек, забирайте свою карточку и думайте, почему вам выпало именно это предсказание. Хорошо? А можете мне что-нибудь такое прокричать, типа «У-у-у, класс!» Спасибо большое. Все, до новых встреч. Подходите сюда. Я буду сегодня Санта-Клаусом. Спасибо большое. Какая красота. Благодарю. Да, можно. А можем мы сейчас эти штучки раздать, и потом я в систему. Хорошо? Спасибо. Так, идите сюда. В очередь, Ой, нет. Свои колдовские наряды. Так, ну давайте. Значит, запускаем ручонку, берем одну карточку. Вот, можно никому не показывать, можно показывать. Спасибо большое. Очень надеемся, что оно прям попадет в точку. Может быть, не сразу, может быть, вы через неделю вы поймете, почему. Но я вам точно говорю, что сила слова – это очень волшебная сила. Спасибо. Какие вы классные. Можно я вас потрогаю? Потрогаю. Вы чудесные. Спасибо вам большое за аплодисменты, за улыбки. Это было очень здорово. И такие у вас горящие глазки, прям класс. Потом мне расскажете, да? И про желание не забудьте, которое вы сегодня загадывали все. Прям запомните. Спасибо большое, божечки, спасибо большое. Божечка, спасибо большое. Я прям сегодня как в театре «Прима». Спасибо большое. Добрый. О, можно, пожалуйста, подержите? Очень бережно, очень бережно, очень нежно. И вот это тоже очень бережно и очень нежно. Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Немножко перепало, да? Немножко перепало. Берете там, берете? А, хорошо. Все очень не закончилось еще? Пусть у вас эти карточки останутся на память о нашем сегодняшнем волшебном вечере. Спасибо, что пришли. Такие классные. Спасибо. Берем, берем, берем. Это я? Ух ты, прям можно сидеть.
Это моя... Ой!